Приветствуем вас, дорогие подписчики и гости нашего канала. Каждый день мы подготавливаем для вас новости из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса и надеемся, что наши видеоролики не оставят вас равнодушными. Друзья, сейчас печальные новости идут одна за другой, и все происходит настолько быстро, что мы не успеваем освещать последние события, которые происходят за кулисами отечественного шоу-бизнеса. Вот и сегодня мы с прискорбием вам сообщаем, что не стало известной советской актрисы и талантливой артистки. Народная артистка России, актриса Государственного академического малого театра, Ольга Пашкова, скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. Ольга Пашкова родилась 2 января 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и была приглашена в труппу Малого театра, где сыграла несколько десятков ролей, в частности в постановках «Мещанин во дворянстве», «Убийство Гонзага», «Из воспоминаний идеалиста» и многих других. В 2006 году ей присвоили звание народной артистки. Также на ее счету роли в фильмах «Оно», фильм «Вор», «Бесы» и сказ про Федота Стрельца, «Возвращение Мухтара» и другие. О прощании и месте похорон Пашковой будет сообщено позже.